У меня такой вопрос. Вы утверждаете, что у вас есть кровь нашего Господа, проверенная израильтянами. Да, это так. Расскажите подробнее об этом исследовании. Хорошо. Мы уже не сможем выслушать еще один вопрос. Прошу прощения, если вы ждете там, чтобы задать его. Мы вас любим, но у нас нет больше времени. Я буду краток, хорошо? Сухая кровь – это мертвая кровь. Это все знают, так? Можно провести анализ крови фараонов, их мумий. С ней можно делать определенные вещи, но невозможно провести анализ на хромосомы, по крайней мере методами, с которыми я знаком. Конечно, жизнь движется, и я не утверждаю, что знаю все. Насколько я знаю, невозможно провести хромосомный анализ мертвой крови. Можно выяснить ДНК, еще кое-что, но не хромосомный состав. Это делается только на живых белых кровяных клетках. Итак, чтобы провести этот анализ, я отнес эту кровь в одну из лабораторий в Израиле. Я спросил людей из департамента древности, с которыми я работал, где у них есть хорошая лаборатория, которой можно доверять. Они сказали, там-то, там-то, и я отнес кровь туда. Я сказал, пожалуйста, исследуйте эту кровь и скажите мне о ней все, что можете. Они сказали, хорошо, мы ее восстановим, помесим в соленый раствор и продержим 72 часа, при температуре тела немного помешивая. Это обычная, нормальная процедура. Я попросился присутствовать, когда они будут проводить анализ. И когда я пришел, они сказали мне, это кровь человека, это точно. Они провели всевозможные исследования. А потом я сказал, возьмите белые кровяные клетки, поместите их в среду для выращивания и подержите их при температуре тела 48 часов. Они сказали, в этом нет смысла, потому что кровь мертвая. Я попросил это сделать для меня. Они сказали, хорошо, сделаем. Я попросился присутствовать, когда эту кровь снова будут исследовать. Я пришел и видел, как ее рассматривали под микроскопом. Один сотрудник подозвал другого, потом они позвали начальника. Они несколько минут разговаривали на иврите, а потом посмотрели на меня и сказали, «Мистер Уайт, в этой крови только 24 хромосомы. Каждый из нас имеет по 46 хромосом, 23 от матери и 23 от отца. Из них 22 аутосомы от матери и 22 аутосомы от отца, плюс X хромосома от матери и X или Y хромосома от отца. В этой же крови было 23 хромосомы со стороны матери и только одна Y хромосома. Ребенок не мог бы развиться, если бы не было аутосом от матери. Все его физические характеристики определялись с материнской стороны, материнскими аутосомами. А мужской пол определялся одной Y-хромосомой, которая была получена не от человека. Потом они сказали, «Эта кровь живая». А затем спросили, чья это кровь? I said, it's the blood of your Messiah. Я сказал, это кровь вашего Мессии.